Forbes назвал самой счастливой страной в мире. Делайте счастливые лица. Forbes назвал самыми счастливыми странами в мире. В списке лидирует Дания. А Россия не вошла в топ-10. А знаете, в какой топ вошла? Да, она вошла в топ-138. Ну а что? Рейтинг удовлетворения жизни у датчан. Есть такой рейтинг. Оказался самым высоким. 90,1. А взгляд на будущее еще более оптимистичным. 92,3. В первую тройку стран вошли Финляндия еще и Голландия. Еще. А страна, где люди чувствуют себя наименее счастливыми, это Китай. Вот. И такая песня. Давай. Счастье вдруг в тишине в двери постучало. Неужели ко мне? Нет, опять к датчанам. Фин с голландцем давно ни о чем не тужат. Нас же греет одно, что в Китае хуже. Понятно, Голландия почему. Но Дания-то с Финляндией. Дания с Финляндией. Финляндия, понятно, тоже почему. Почему? А вы знаете, у них народная песня какая? Какая? Фольклор, он отображает состояние народа. Да? Да. О! Да, у них да. Вот это спросите меня, Финляндия. Спросите меня, счастлив ли я, а я фин. Давайте. Дай. Вот вы фин. Нет. Вот вы счастливы сейчас, фин. Я фин. Вот я, давай, вот я спрашиваю. Вот вы сейчас счастливы, вы фин. А вы, у вас какой Хорошая. А как автобус, где у вас ходит? Да я сказал уже все вам. Что же вам повторять-то все? И эти, которые проводят, сразу ставят плюс. А, здесь плюс, да. А, здесь, здесь а у нас? А у нас что? Как вы живете-то здесь, а, товарищи? А я давай, я... Все. Ну а как, в будущее смотрите? Ой, да не ветер, да. Это ходит у вас? Ой, Понятно. Вот вопрос возникает такой: а кто эти люди и когда они нас об этом спрашивали? Вот. Вот меня лично никто не спрашивал. Приходили люди. Спрашивали. Меня останавливали, говорят, закурить. А. Да есть. Это они опрашивали, что ли? Я им ответил: нет. Они сразу. Получил по морде. Получил по морде в рамках опроса. Летят. Рейтингом нас не измеришь, опросами нас не понять.